Всем привет, и это снова туториал парика на персонажа из Намбаки, которого я не могу выговорить. Но думаю, его имя вы уже прочли в названии видео. И давайте сразу к делу. Мне подогнали сразу два парика голубого цвета с длинной челкой. Для начала мы отпарываем тресы задней части парика. Пришиваем сетку для подъемников на основу парика для плотности. Можете пришить на машинке, а можете, как я, вручную. После мы делаем каркас из синтепона. Сшиваем его и набиваем. Не полностью, но немножко для объема. Дальше мы отрезаем лишнюю длину с тех тресов, что остались на основе, ориентируясь на длину дальнейшей укладки. Потом из этих волос я делаю новые тресы покороче, прошивая и проклеивая волосы на тонкую сетку. Всякими обрезками я обклеиваю каркас, чтобы скрыть синтепон. После пришиваю на каркас сделанные тресы. Потом я делаю отдельно каркасики для колючек, сшивая их из сетки и набивая синтепоном, а после обклеиваю их прядками. Эти колючки пришиваю между тресами на основной каркас, а потом обклеиваю колючки теми тресами, что пришивали в начале. И так делаю весь парик. Сверху я делал колючки поменьше, а снизу побольше. Каркас я переукладывал несколько раз. Тут вы видите первый вариант. Потом я стригу и равняю основу парика. И тоже так же, как и на каркасе, укладываю челку и торчащие волосы. Только вместо маленьких каркасиков для колючек я начесывал прядки и после обклеивал их и залачивал. Далее я пришил каркас к основе и также замаскировал стык прядками. Если туториал вам понравился и помог, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал, если еще не подписаны. А также не забывайте заглядывать в описание под видео. Всем спасибо, что посмотрели это видео, и до скорой встречи!